23 марта в Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялся кейс-чемпионат на тему противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде. Круглый стол проводится с целью формирования правовой осведомленности и компетенции, касающейся преступлений экстремистского и террористического характера, а также противодействия радикальному образу мышления. Стоит отметить, что мероприятие проходит при поддержке Министерства по делам молодежи и спорта Республики Татарстан и Академии творческой молодежи Республики Татарстан. Всего в кейс-чемпионате приняло участие 6 команд с разных институтов университета. Подобные чемпионаты будут проходить в городах Республики Татарстан вплоть до 21 апреля. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.